отпусти его! Сдайся, и ты будешь жить! Ты один! Подумай об этом! Ты не сбежишь! Мы будем стрелять! Отпусти его! Сейчас! Довольно лжи! Открыть огонь! Взорвать его! Наступаем! Он все еще держит его! Взорвите его! Я ранен! Брат! Подкрепление близко! Сейчас ты ответишь за свое предательство. Спасение. Ты будешь страдать за свой обман. Ответишь за провал в спасении ее. Я уничтожил твоих врагов, построил для тебя империю, но ты как джедай оставил меня в тени своих обещаний. Ты забрал все! Все? Глупый мальчишка. Ты горюешь из-за смерти жены наглого джедая. Судьба твоей драгоценной Падмы была твоим выбором. Так же, как твоя судьба моя. Какая жалость! Как силен и более могущественен ты мог бы стать, если бы у тебя хватило смелости встать на путь, указанный перед тобой! Я сделал это тебе, чтобы ты помнил меня. Я вырезала его из древесины Джапора. Он красивый, но я и так буду помнить тебя. Я всегда буду заботиться о тебе. Энакин. Падме. И поэтому
И поэтому ты никогда не уничтожишь меня. Пока ты позволяешь чувствам овладевать тобой, ты навсегда останешься слабее меня. Навсегда слуга. Навсегда раб, юный Скайуокер. Энакин! 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 Лорд Вейдер, у вас срочное сообщение. Мой лорд? Докладывай. Император срочно требует ваше присутствие. Лорд Вейдер? Как он пожелает. Охрана, оставьте нас. Каким будет ваше веление, мой учитель? Ты в смятении, мой друг. Я в порядке, учитель. А сейчас? Твой гнев излучается, как вихрь. Он сосредоточен. Нет. Не сосредоточен. Скрыт. Ты пытаешься скрыть свою ярость от меня. Почему? Оу, я вижу. Так чего же ты ждешь, лорд Вейдер? Покорись своему гневу. Убей меня. У меня нет такого желания, учитель. Жалкое зрелище. Могущественный лорд ситхов, изуродованный медихлорианами и нерешительностью. Все из-за привязанности к джедаям. Здесь нет привязанности. Энакин Скайуокер был слабым. Я уничтожил его. Ты? Мощь Скайуокера превосходит твою, не так ли? Нет? Поднимись, лорд Вейдер. Это путь ситхов – уничтожать всех, кто встанет на пути нашей власти, чтобы устранить наших конкурентов, правда? Кто стоит на твоем пути, лорд Вейдер? Кто держит тебя позади? Держит тебя потрепанным и дряхлым внутри этой брони? Кто-то рядом? Если так, только твоя ненависть уничтожит его. Используй ее. Я не могу, мой учитель. И поэтому мое разочарование в тебе растет с каждой секундой. Прими выбор, что принес тебя сюда. Наслаждайся им, или же всегда будешь жить в тени Энакина Скайуокера. Сейчас у меня есть задание для тебя, мой юный ученик. Я чувствую возмущение в силе. Сильный джедай выжил в центральной системе. Он должен заплатить за свое предательство. Как вы пожелаете. Он прячется на моей родной планете Набу. И, конечно, покойной королевы Падме Амидаллы. Это не совпадение. Он влечет тебя туда, потому что он знает, кто ты, лорд Вейдер. Клоны докладывают, что он владеет аметистовым клинком. Как это возможно? Сила. Вот как. Мы вдвоем знаем, что этот джедай очень силен в силе. Я закончу, что мы начали, учитель. Закончишь? Я удивлен. Уничтожь этого джедая. Преклонись полностью темной стороне, лорд Вейдер.
Наслаждайся дарами, которые она тебе дарит. Только тогда ты сможешь сбросить оковы, которые связали тебя, и достигнуть мощи, какой не было раньше. Только тогда ты будешь способен уничтожить соперника перед собой. Я не подведу вас, учитель. Подготовьте мой личный шаттл. Кажется, я ощутил внезапную ностальгию по моей родной Набу. Омега, осмотреть там все. Есть, сэр. Внимание. Добро пожаловать, лорд Вейдер. Джедай забаррикадировался в катакомбах и заблокировал все проходы. Пришлось пробираться со взрывчаткой. Мы отправили отряд штурмовиков, никто не вернулся. Потери штурмовиков меня не заботят, командир. Мне нужен этот джедай. Я возьму 501-й. Как прикажете, сэр. Дорогу парням в синем. Понял вас, сэр? Энакин... Пошли, пошли, пошли! Взорвите его! Прямо за ним! Стреляй по нему, стреляй! Нам нужно подкрепление! Помогите нам!